Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. В сознании он говорит и борется за жизнь. С подробностями Жан Содоль. Здравствуйте. «Комсомольская правда» сообщает, что Илья Авербух заявил, что, собственно, Роман Костомаров в сознании, он говорит. Состояние фигуриста улучшается, и, в частности, стало известно, что же он сказал сразу же, как вышел из комы. Я напомню, различные источники сообщали, что пережил-то он несколько ампутаций, было даже, мол, 2 инсульта. Официальных комментариев никаких не поступало, но «Комсомольская правда» вот что пишет. Роману рассказали всю правду о том, через что он прошел за 2 месяца реанимации, он принял все удары судьбы мужественно, насколько это возможно. Согласитесь, ну это просто ужас. То есть ты был здоровым человеком, были руки-ноги, тут очнулся, да, у тебя нет ни рук, и там частично ног нет. Да это ужас, ужас, да? Сообщалось, что Костомарову удалили 2 ноги по колено из-за развивающегося сепсиса, да, также врачам пришлось ампутировать кисть левой руки. За правую медики продолжают бороться. Илья Авербух сообщил, что олимпийский чемпион все понимает, процитирую, готов бороться за свою жизнь. Мы поддерживаем Рому, его семья переживает очень сложные испытания. Рома абсолютно в сознании, готов сражаться, идти вперед, цитирует хореографа ТАСС. Агентство ТАСС — это действительно очень такое мощное, серьезное, солидное агентство. Значит, эта информация правдивая. Действительно, Роман в сознании, слава богу, выжил. При этом Авербух призвал неравнодушных молиться. В частности, добавил, потому что огромная дорога еще впереди, но свет в конце тоннеля есть, мы к нему все стремимся. Друзья, напомню, рост Романа Костомарова 182 сантиметра, а сейчас вес, пишут, около 50. Конечно, он лишился части конечности, но однозначно похудел, да. Собственно, диетологи говорят, что 50 – это еще не так критично, а вот если он будет весить 40, то здесь есть уже угроза для жизни. Такие вот новости. Мы продолжаем следить за состоянием Романа Костомарова. С вами Жан Содель. Обязательно пишите комментарий, поддерживайте олимпийского чемпиона. До встречи.